Привет, друзья! Программа «До 17 и старше» ведет репортаж из Кремля. Скоро начнется концерт «День знаний» в Кремле. А с вами я, Мирослава Савельева. Дорогие учащиеся и студенты, я к вам ококо, всех поздравляю с Днем знаний. Для меня это всегда очень трогательный такой праздник. Вот, и я хочу, чтобы каждый студент и каждый школьник дорожил каждой минуткой своего драгоценного времени, потому что я пошла в первый класс 20 лет назад, время пролетело очень быстро. А сейчас мы зайдем в зал и посмотрим выступление звезд. Первый голубый сентябрьский денек, только входил небосветный звон. Первый учебник, первый урок, так начинаются школьные годы. Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песней. Как они быстро летят, и ты воротишь назад, разве они? Огромное спасибо вам, многоуважаемые наши наставники и учителя, за ваш труд, за вашу энергию. Низкий вам поклон. Спасибо. С праздником. Сегодняшний концерт прежде всего для вас. 2023 год официально объявлен годом педагога и наставника в России. И сегодня мы встречаем здесь, в Кремле, первый день нового учебного года. И желаем, чтобы он был счастливым, радостным, успешным. Помните ли вы своего первого учителя? Да, помню. Я у меня были большие такие гладиолусы, цветы. Все в Киеве всегда было в это время именно гладиолус чему-то. И все шли дети с гладиолусами. У меня гладиолусы были выше меня ростом. Ну и такой бант, у меня была мальчиковая стрижка, и фактически бант было невозможно завязать. Ну как-то мама мне его прибила, видимо, к голове. Меня на руках держал выпускник. Я с колокольчиком, да. Колокольчик. У нас одни мальчики были просто. Я учился в хоровом училище имени Глинки, поэтому держали меня. А потом я подрался по рекреации в футбол. Мы начали играть, что-то не пошло. Вот, была у меня линейка, я колокольчик был, потом драка была. То есть Коля был драчуном? Первый день. В школе были драчуном? В хорошем смысле этого слова, да. Мама собирала, весь наглаженный, пришел, наступил в лужу, заморал штаны, как обычно. Где-то потерял бабочку, потому что мне она в горло давила. Я маленький был такой, ну, вот мне всегда вот все, вот, мне что-то мешает, я это всегда сниму, где-нибудь выброшу и думаю, что, ну, Бог все найдет. Вот, и мне все вернется. Вот как-то так будет. Девочка хочет мир, девочка хочет слезы, хочет кому-то преданно. Если еще не поздно, девочка хочет небо, небо тихонько плачет, но для кого-то предан, слова ничего не значат. Ты скажите, что ждать поклонникам? Вот сейчас я уезжаю в кино сниматься. У меня будет такой интересный кинофильм. Здесь где-то от Москвы километров 300, ну, то есть я, ну, как бы недалеко, но тем не менее. А что за роль? Поделитесь. Не могу. Тур по 15 городам, ребята, России, который пройдет в исключительно творческом порядке, в котором я буду вас очень ждать. Это все случится осенью. Все можно узнать по любой ссылке в интернете. Я вас очень буду там ждать. Приходите, ребята, все приходите, все вы, даже вы в этой камере, да? Буду, я про вас забыл. Как вы учились в школе? У меня не было двоек. Никогда. Я хорошо училась. У меня высокий балл ЕГЭ, там, я была отличницей до 7 класса. Потом училась на 4-5, потом на 5. Какой самый яркий эпизод из вашей школьной жизни? Мы школу обкидывали духами яйцами, рисовали граффити, рисовали плохие
всякие надписи на доске. Вот. Я в основном дружила с мальчиками, и еще иногда у нас были стрелки, и мы дрались. А вот первый поцелуй в школе, вот это все, первая любовь была 12, первый поцелуй был 12. Слушай, у меня перемены, это были уроки по-настоящему. Я много прогуливал очень, особенно как раз тоже вот в старшей школе. С класса 8 я прогуливал, я был просто мастер спорта в этом деле. Честно, я знал о прогулах все. Когда идет, там, допустим, осмотрщик этажа смотреть, все ли дети в кабинетах, я выходил именно в этот момент, садился в кабинет, потом уходил в туалет и вот еще 40 минут где-то гулял. О, у меня были разные, очень, на самом деле, пакости в школе, которые я делал. И были даже, знаешь, какие-то хулиганские моменты. Сегодня мы услышим поздравления звезд с 1 сентября. Я поздравляю тебя с 1 сентября и вот всех людей, которые за тобой стоят. Твою, как говорится, молодежную крышу. Пусть у вас все получится, пусть учебный год вам принесет много-много знаний. Поздравляю всех с 1 сентября, желаю всем провести максимально успешный год. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился выпуск «До 17 и старше». А с вами была я, Мирослава Савельева. Увидимся в следующих выпусках.